Всем привет! Сегодня хочу показать свои самые любимые солнцезащитные средства. Эти средства мной подбирались тщательно, долго. Что-то отменялось, что-то повторялось. Но на данный момент я считаю эту четверку самой удачной для себя. Здесь 4 средства. Значит, первое идет самое сильное средство защиты от солнца. SPF 50, средство Garnier. Очень хорошо защищает кожу от самого яркого, самого палящего, самого активного солнца. Следующий идет крем с SPF защитой 30. Крем более жирный, более плотный, но его можно использовать даже самым маленьким деткам самого маленького возраста. Эти два средства идут с детской серии. Они противоаллергенные. Они очень хорошо работают, они очень хорошо защищают кожу. Они не пересушивают кожу, они увлажняют кожу. И они не дают коже сгореть, обгореть при самом ярком солнце. Следующий идет масло-спрей с SPF-защитой 6. Это масло уже менее защищает от солнца. Оно также используется для красивого золотистого загара. Оно увлажняет кожу. Оно дает такой эффект золотистого загара, золотистой кожи. Очень красивый загар получается после этого масла. И следующий уже идет спрей после пляжа, после загара, после душа. Это увлажняющее средство, которое наносится на загорелую кожу. Оно хорошо охлаждает кожу, хорошо напитывает ее влагой. Кожа становится насыщенная, напитанная, очень мягкая, бархатистая. Все эти средства отлично работают. У меня были случаи, когда я покупала средства, они были дороже, были дешевле, но они абсолютно не работают. Эти средства работают отлично. Я очень довольна этими средствами и могу их рекомендовать абсолютно всем.